Украине бой в прямом эфире официально показывает телеканал Интер. Началась в 23 часа 30 минут. Пользователи спутникового телевидения могут увидеть сражение боксеров в ринге на спортивных телеканалах Великобритания, Ирландия, Sky Sports. Также поединок будет транслировать официальный интернет-транслятор Украины FightingVision.com. Ажиотаж у бой колоссальный, поэтому транслировать поединок будут в кинотеатрах. Посмотреть битву на большом экране фанатов пригласил сам Александр Усик, обратившись к болельщикам со своей страницы в Facebook. В ряде кинотеатров перед трансляцией боя планируется показ документального фильма об украинском боксере «Абсолютный чемпион». Начало в 23 часа 0 минут.